Говорит и показывает Дортмунд. Это прямой репортаж со стадиона Сигнал Идуна Парк. Константин Генич и Георгий Черданцев на комментаторской позиции. А вывеска матча у нас сегодня какая? Боруссия-Бавария. Главное противостояние Германии. Этот матч может получиться каким угодно. Зрелищным или не очень, результативным или безголевым. Но мы-то точно знаем, что это будет битва. Нерв этой битвы уже чувствуется сейчас. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. И вот состав Дортмунда. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Итак, состав Баварии. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Марко Ройс – один из самых ярких молодых игроков своего поколения, которое принесло Германии титул чемпионов мира. И Ройс среди этих парней один из лучших. Он и голы забивает, и пасы раздает, и партнеров за собой ведет. А ведь лет ему еще совсем немного. Ну, мою оценку Роберта Левандовски, я думаю, ты прекрасно знаешь. Знаю. Есть адрес у этой передачи. Джошуа Киммих. Буатенг. Хави Мартинес. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Аканджи. Ашраф Хакими. Аксель Витцель. Хорошо укрыл мяч. Никлас Зюле. Хави Мартинес. Левандовски. Алаба. Такие передачи придают атакам остроты. И выносится мяч из штрафной. Хумельс. Атака остановлена, но кто получит мяч? Хави Мартинес. Потери и мяч у соперников. Левандовски. Много внимания будет сегодня уделено Левандовски. Неординарный футболист, от которого всегда можно ждать яркого и запоминающегося матча. Для центральных защитников всегда большая проблема держать его. Левандовски много маневрирует, заставляя их ошибаться при передаче опеки. Томас Мюллер. Хави Мартинес. Джошуа Киммих. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Киммих. Навес напрашивается. Какой-то, знаете, между собойчик. Томас Мюллер. Вы знаете, есть такая опция — тренировка ударов. Отличный перехват. Это Роберт Левандовски. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Ройс. Вот. Навязывают ему борьбу. Делени. И подает в штрафную. Легко забрал этот мяч голкипер. Было бы странно, если бы он после этого удара пропустил. Тут силовая борьба. С мячом Томас Мюллер. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Левандовски. Просто здорово сейчас. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0.
За первые 45 минут Боруссия и Бавария не смогли выяснить, кто из них лучше. Счет равный, и команды начинают второй тайм. В дерби результат становится еще важнее, поэтому не сомневаюсь, что нас ждет отличный второй тайм. Ройс на фланге, есть куда двигаться дальше. Будет штрафную подавать. Подача, чей мяч будет? Выбит мяч из штрафной. Марко Ройс. Томас Делейни. Ройс блокирует защиту, удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Ашраф Хакими. Ничем интересным не закончилась эта атака, будет удар от ворот. Марко Ройс, впечатлил ли тебя он, Константин, сегодня? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Сейчас замена будет в команде хозяев. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Тренер Баварии проводит замену. Матс Хумельс. Марко Ройс. Сегодня соперник должен думать дважды перед тем, как нарушить правила вблизи штрафной. Марко Ройс может послать мяч в девятку почти с любой точки. Ройс мастер. Наказать за фол – его талант. Еще много времени до конца матча – 30 минут. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Леон Горецко. Вицель. Аканджи. Алаба. Отличный перехват. Это Матс Хумельс. Никлас Зюли. Мартинес. Этот гренадер может задушить атаку абсолютно любого оппонента. Этакие ноги шлагбаумы не позволяют ни одному мячу пролететь мимо Хави Мартинеса. Не торопятся они выходить на мяч. Очень плотная линия обороны получилась сейчас. Кимих. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Алаба. Леон Горецко. Опасно! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Хумельс. Даут. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Вперед идет атака, интересно может быть. Дортмунд идет вперед через фланг, там есть свободное пространство. Бездарная атака получилась, теперь надо снова отвоевывать себе мяч. И есть поддержка у этой атаки. Леон Горецко. Можно провести контратаку. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Навес, но там нет никого. Вратарь забирает мяч. Восемьдесят пятая минута матча идет. Алаба. Давид Алаба. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Замена у Баварии. Аканджи. Кажется, игра так и закончится ничьей. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Хави Мартинес. В эти последние минуты матча Бавария все-таки не теряет надежды и идет вперед. Шанс еще есть.
Судья дает свисток, счет у нас равный. Соперники достойны друг друга.